Так, сейчас будет слева у нас вползать в кадр Юпитер. Вот он. Вот он наш красавец. К сожалению, это лучшее, что я смог сделать. А краешек вот этот пипник на вершине справа, ну, скажем так, северные полюсы чуть правее, это прячется Ганимед за Юпитер. А Европа как раз должна пятнышком быть видна перед... Да, на вот этой нижней полосочке, это слева черное пятнышко, это Европа. К сожалению, вы, наверное, ее плохо увидите. Так, ну хоть так, настраивался я тут просто полчаса. Так, сейчас уменьшаю, и у нас в кадр должен справа, справа должна попасть Луна. Опа, вот она красавица. 20 угловых градусов у нас между Луной. Юпитером. К сожалению, колебания будут, потому как снег 17-е. Января 2024 год в Запорожье и не только. Поэтому штатив нормально установить не получается у меня. Уже старался, старался. Сейчас ждем, в общем-то, МКС и Старлинков. Сейчас я дам вам пару минут понаслаждаться видом Луны. Что-то я Сатурна не вижу. Еще недостаточно темно, вероятно. Да, сейчас просто покажу закат. Чтобы стало понятно, насколько еще светло. Ну, вот. Думаю, детали местности показывать не буду. По некоторым причинам. Градики прилетели, не знаю, попадет это на запись или нет. Кромсают Украину россияне. Сегодня был в городе Орехов из Работино едучи. И, конечно, в ярости. От того, что с моей стороны сделали эти, в кавычках, братья. Так, ладно, где Сатурн? Сейчас будет МКС и, кроме того, будут Старлинки еще. Ладно. 17 января 2024 года.